Спасибо огромное, спасибо. Коллеги, пожалуйста, коллеги, друзья, здравствуйте. Это Ольга Алексеева. Надеюсь, что меня видно и слышно. Если это так, дайте, пожалуйста, обратную связь в чат. Можно поставить плюсик или еще как-то понять, что меня видно и слышно, если можно. Спасибо. Так, ага, все, Нина, вижу. Ага, все, связь пошла. Хорошо, спасибо большое. Итак, мы с вами начинаем. Время у нас не так много. Честно вам скажу, что час для моих вебинаров – это прям вот очень-очень мало. Обычно мои вебинары – это 2 часа, но я буду стараться. Я буду стараться быстро-быстро все успеть и рассказать. Прежде всего, спасибо большое Татьяне, да, и директору Академии, которые пригласили меня выступить к вам на вебинаре. И тема наша будет сегодня больше ориентирована, наверное, на авторов, которые пишут для детей и подростков, но, в принципе, всем творческим людям тоже будет полезно узнать с этого вебинара что-то новое для себя. Я надеюсь, что это будет как раз вам интересно тоже. Пару слов, почему я про это говорю, вот, и перейдем уже к сути. Я говорю про данную тему, потому что являюсь организатором онлайн-конференции по детскому чтению, по детскому, подростковому чтению. Я вижу в чате знакомые лица, знакомые имена и фамилии. Очень приятно, друзья, видеть вас здесь. Это значит, что мы с вами знакомы. С кем я не знакома, уверена, что мы познакомимся, и вы тоже будете приходить к нам. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Также я являюсь организатором практического семинара. Я пишу для детей и подростков, который у нас тоже возрождается. В 2020 году мы его по понятным причинам не проводили, хотя казалось бы, что весь мир был в онлайне, но у нас была пауза, которую мы взяли, и в этом году, в мае, мы, собственно, будем делать рестарт этого семинара, поэтому, пожалуйста, кто хочет, присоединяйтесь, welcome, будем вам очень-очень рады. Еще, друзья, пожалуйста, вопросы, если можно, пишите во вкладочку «Вопросы», я потом постараюсь на них на всех ответить. Итак, о чем мы с вами поговорим сегодня? Сегодня мы с вами поговорим о целевой аудитории автора, для кого же мы с вами пишем, как ее находить, как определиться с этой самой целевой аудиторией. Затем мы с вами перейдем к вопросу о том, как научиться не зависеть от вдохновения, потому что для творческого человека, для автора это очень-очень актуально. Когда я провожу свои мастер-классы, тренинги для авторов, я вижу, что это большая проблема. Многие ждут вдохновения. Мы все знаем о том, что есть проблемы, да, и рабочие, и личные, и семейные, общечеловеческие. И это очень часто творческого человека выводит, скажем так, из колеи. Вот как от этого не зависеть, ну или, по крайней мере, свести к минимуму вот такое влияние внешней среды, мы с вами будем об этом тоже говорить. Также потом после этого перейдем к популярным сегодня литературным жанрам произведений для детей и подростков и поговорим о личном бренде автора. Чтобы было понятно, вот эти все темы мы изучаем как раз и на моем тренинге, и в рамках семинара «Я пишу для детей и подростков» на протяжении достаточно большого времени, поэтому за час я расскажу вам некий такой дайджест, да, а вы тогда, если будут вопросы, повторюсь, задавайте, я буду точно уже на них отвечать. Итак, начнем мы с вами с того, для кого же мы с вами пишем. Я часто вижу, что проблема многих авторов состоит в том, что когда автор позиционируется в соцсетях, да, или там, на каких-то платформах, где можно опубликовать свое произведение, нет понимания того, для кого вы адресуете свои произведения. Так для кого же мы пишем? Здесь нужно разделить вопрос, наверное, на два. Нужно ответить для себя, кто мой читатель четко, да, и кто мой покупатель. Конечно, есть авторы, которые пишут и для малышей, и для подростков, да, и для young adult, и вообще там, для среднего возраста. Тем не менее, чем уже ваша фокусировка, тем лучше для вас, как для автора, и тем легче вам позиционироваться на своей аудитории. Я думаю, что это всем понятно, да, но тем не менее хочу еще раз это проговорить. Второй вопрос, на который нужно себе четко ответить, кто мой покупатель? Что я имею в виду? Смотрите, перед вами 3 обложки, и мы с вами сейчас немножечко повзаимодействуем. Первая обложка – русские народные сказки.
И как я отвечу на этот вопрос? Вот кто мой читатель, если мы говорим о русских народных сказках? Вы тоже можете писать в чат, я потом буду смотреть и говорить, кто прав, а кто не очень. Кто мой читатель, кто мой покупатель? Ну, очевидно, что русские народные сказки будут читать дети до школьного возраста, либо младшего школьного возраста. То есть это 0-3, да, то есть дальше 5-6, и, соответственно, ну, начальная школа. А кто мой покупатель вот в этих книжках? Родители, бабушки, дедушки, то есть те, кто покупает своему ребенку, да, то есть сам ребенок покупателем не является. Правильно, Ирина пишет 0+, и Зоя пишет правильно, что родители покупают. Да, соответственно, как нам с вами, как автору, выстраивать стратегию продвижения своего произведения? Вам нужно построить и дизайн обложки таким образом, чтобы он подошел современному родителю. Тем не менее, если мы пишем именно сказки, то в сказках, что касается оформления обложек, иллюстраций, есть вполне определенные коды, да, которые считываем мы как родители, и, соответственно, влияние современных, может быть, сказочных мотивов, сказочной иллюстрации, или, наоборот, классические представления о том, какая должна быть сказочная иллюстрация, влияет на то, приобретем мы эту книгу или не приобретем. Таким образом, когда вы пишете для целевой аудитории от 0 лет до, ну, скажем так, до первого класса, вы четко фокусируете свою стратегию влияния на родителей, потому что ребенок из этого пока выпадает. Что касается следующей книги, это книга Елены Липатовой «Миллион за теорему». Эта книга стала призером, лауреатом премии имени Михалкова, она получила первое место. В этой книге рассказывается о математике, такая очень интересная математическая среда, и главная героиня там девочка, ну, примерно 13-14 лет. Соответственно, если вы пишете, если вы работаете как автор вот в таком жанре, то есть это такое, знаете, легкое, может быть, фэнтези, вот, ну, даже не фэнтези, а скорее историческая альтернатива, то, соответственно, да, вот Нина пишет, дети среднего школьного возраста 12+. Да, это кто читатели, да, читатели. Плюс я хочу вам сказать, что есть также более старшего возраста читатели, которые тоже с удовольствием прочитают такую книжку. То есть, в принципе, подросток в 15 лет тоже может ее прочитать. Вот мне как взрослому тоже было интересно, но у меня профессиональная деформация, на меня можно не ориентироваться. Теперь вопрос, а кто мой покупатель книги «Миллион за теорему»? Родители, это да. А может ли ребенок в 13-14 лет купить себе такую книгу? Теоретически может, да? То есть у ребенка там в 13-14 лет есть уже свои карманные деньги, которые он запросто может потратить и на книжку. Эта книга, кстати говоря, она прекрасно иллюстрирована, она очень красивая, добротно изданная, поэтому она очень такая... Знаете, как на нее смотришь, сразу хочется ее прикупить в свою коллекцию. Поэтому для детей, которые увлекаются чтением, мы также можем взаимодействовать и на эту аудиторию. Соответственно, здесь у нас с вами будет покупатель и родитель, и ребенок. И обратите, пожалуйста, внимание, как оформлена эта обложка. Она оформлена очень грамотно. Она оформлена именно в стиле, привлекающем подростковую аудиторию. Соответственно, если вы пишете и работаете в данном сегменте, вам также нужно разрабатывать свой контент, да, обложку, иллюстрации и публикации подстраивать под то, что к вам может заглянуть и ваш непосредственный читатель. Ну и последний такой пример, чтобы просто закончить с примерами, я думаю, что все станет понятно. Перед вами книга «Фантастические животные». Это такой нон-фикшн, графический нон-фикшн и ориентирован, наверное, на возраст 8-9 лет. Рассказывается в нем про, ну, из названия, я думаю, что понятно, да, про фантастических животных, там какие-то научные факты, много-много всего интересного. И мы отвечаем на вопрос, кто будет читателем такой книги? С моей точки зрения, читателем этой книги будут скорее мальчики, да, то есть такая вот гендерную тут же делаю немножечко расстановку. Мальчишки как раз 8-9 лет. Вот прям прекрасно покупается эта книга. Кто будет покупателями? Ну, раз это начальная школа, то покупателями будут родители. Но не все так просто. Если ребенок видит такую привлекательную обложку, посмотрите, да, обратите внимание на обложку. Он скажет, мам, хочу, хочу, хочу. И мама, да, говорит, о, здоровская, интересная книжка, начинает листать, и
решение о покупке принято. Поэтому, когда мы работаем с аудиторией начальной школы чуть постарше, то покупателем, конечно, являются родителями, но влияющими на покупку являются также и дети. Я думаю, что моя идея понятна. Если так, то, пожалуйста, поставьте в чат единичку, кто со мной согласен. Если не совсем согласны, ставьте двойку. Я буду смотреть, кто не согласен, напишите, почему. Угу. Спасибо большое. Таким образом, вы как автор должны понимать, что вы позиционируете и выстраиваете свою стратегию как автор, исходя из того, кто ваша целевая аудитория. Про позиционирование мы с вами еще чуть-чуть попозже поговорим. Итак, что же включает в себя понятие целевой аудитории? Спасибо большое за активность, друзья. Вижу, что да, вы поняли, о чем я говорю. Итак, целевая аудитория автора, для кого мы пишем. Вам необходимо, как автору, к сожалению или к радости, но это реалии, сейчас современные авторы выступают и собственным литературным агентом. Поэтому мы с вами должны многое знать о своей аудитории. Мы должны понимать ее возраст, пол, географию и интересы. Если, например, вы понимаете, что ваша книга универсальна, да, как сказки, неважно, мальчик или девочка ее читать, в принципе, по большому счету, тогда вы в графе «пол», соответственно, запишете, что не имеет значения. Но, как правило, если мы идем дальше по возрастным категориям, пол как раз идет дифференциация, да, по половому признаку. Есть книги только для девочек, это огромный сегмент. Про феечек, про добрых щенков, котяток, это все девочки. Про мифических существ, про какие-то, знаете, настоящие поступок, это мальчик. Это не означает, что те или иные книги не могут читать другие представители другого гендера. Конечно, могут. Но основная фокусировка, да, нужно честно себе ответить на вопрос, для кого я пишу. То есть это не про гендерное равенство или неравенство. Это просто про фокусировку. География тоже имеет значение. Почему? Потому что зачастую авторы допускают, знаете, ну не то чтобы ошибку, да, но вот такую промашку, с моей точки зрения. Когда вы живете в одном регионе, да, и пишете, например, ну, живем в России, предположим, да, и живем, и пишем про какую-нибудь средневековую историю, и имя даем персонажу такое, что оно, ну, совершенно не ассоциируется с этим средневековьем. И таким образом человеку из России его тяжело воспринимать. И наоборот. Или, например, вы пишете про, там, не знаю, про мальчика из Соединенных Штатов Америки, даете ему такое имя, которое, ну, совершенно не характерно ни для тех слоев общества, про которые вы пишете, да, где он там живет, например, ну, в трущобах, условно говоря, да, или в мексиканских трущобах, ни его социальному статусу. Поэтому если вы даете имена своим героям, обязательно сверяйтесь с географией, с тем социальным статусом, который данный ребенок или данная семья имеет в данной географии. Зачем нужно понимать интересы аудитории? Это нужно скорее для того, чтобы продвигать свою литературу, свои книги, свои произведения, и имеет отношение больше к коллаборации с другим, например, блогерами. Поэтому интересы аудитории нужно, разумеется, изучать. Теперь, что касается той диаграммки, которую вы видите сейчас внизу. Что это такое? Это диаграммка из сети ВКонтакте. Для чего я вам ее привела? Для того, чтобы вы понимали, что вы уже сейчас можете, если вы, например, ВКонтакте, проанализировать свою целевую аудиторию. Если вы выкладываете сейчас уже свои произведения, пожалуйста, посмотрите, а кто вас смотрит, кто вас читает. И уже сейчас, вот прямо сегодня, посмотрите, пожалуйста, и начинайте разрабатывать контент-план под ту аудиторию, которая у вас является максимально вам релевантной. Сейчас вы видите скрин с нашей аудиторией «Чтение детям». Да? Согласно данной статистике, у нас больше всего смотрят, слушают люди, которым от 35 до 44 лет. Плюс мы захватываем аудиторию 25 лет, да, и, соответственно, 45-54. И вот на эту аудиторию, друзья, мы и фокусируемся, когда разрабатываем стратегию. Я думаю, что здесь тоже все понятно, то есть про целевую аудиторию нужно обязательно писать. Иногда в литературе или вебинарах вы можете слышать, что нужно прописывать там чуть ли не, когда составляешь портрет аудитории, нужно прописать, какой напиток любит твой, значит, твой читатель, там кофе или чай он пьет. Друзья, мое личное отношение, что, ну,
правда, все равно, что он пьет чай или кофе. Может быть, я недостаточно хорошо разбираюсь в этом вопросе. Я не профессиональный таргетолог, тем не менее, опыт в привлечении аудитории у меня есть. Я хочу сказать, что это правда все равно. Вот. Но знать о возрасте, поле, географии, интересах, конечно же, надо. Идем дальше. С целевой аудиторией мы с вами закончили. И я вас очень прошу после нашего вебинара, чтобы он был действительно... Спасибо большое, Татьяна, за обратную связь, единичка, если понятно. Я вас очень прошу после нашего вебинара, чтобы он, правда, был полезным. Прям все идем в соцсеть и анализируем свою аудиторию. Второй вопрос, к которому мы с вами приступаем. Как же все-таки научиться не зависеть от вдохновения, быстро входить в рабочее состояние, поддерживать его на протяжении всей работы над произведением? Это правда, вот, как говорят, больская боль. Некоторые есть такие, есть такое выражение, но вот правда есть такая проблема. Как же? Первый способ – это наблюдать за окружающими людьми, особенно за своей целевой аудиторией. Мы с вами вдохновляемся тогда, когда к нам приходят новые идеи, когда есть вот этот поток творческий. А поток происходит, когда мы с вами наблюдаем. А где можно наблюдать? Да где угодно. Если вы пишете для малышей, и вы счастливый обладатель малыша в своем доме, или племянники, племянницы, соседские дети, дачные дети, дети на улице, наблюдайте. Прям ходите и наблюдайте, как они разговаривают, как у них морщится нос, какая у них реакция на ту или иную проблему. Просто наблюдайте. Школьники то же самое. То есть мы идем с вами, я называю это работа в поле, наблюдаем за своей целевой аудиторией. Можно посмотреть, как общаются дети в сетях, в паблике, на YouTube-каналах, и все вот это вот обращение, да, то есть реакции на определенные поступки тоже записывайте, фиксируйте. Дальше очень полезно использовать практику утренних страниц. Возможно, кто-то из вас слышал имя Джулии Кэмерон, и, может быть, даже кто-то читал «Путь художника». У Джулии, кстати, есть много книг, такого плана, да, для творческих людей. Что такое утренние страницы в двух словах для тех, может быть, кто не знает? Утренние страницы – это такая практика, когда вы просыпаетесь, и первое, что вы делаете, ну, после того, как почистите зубы, разумеется, садитесь, берете три листа бумаги и выписываете все, что вы думаете на сегодняшний день, на сегодняшний момент. Для чего это надо? Для того, чтобы подготовить свою голову перед творческим процессом, чтобы выгрузить все свои проблемы, все такие мысли, которые у вас бродят в голове, там бесконечно муссируют у вас в пространстве, чтобы голова стала чистой, ясной и подготовленной для творчества. Отличная практика, я сама ее использую регулярно. Единственная моя ремарка – не всегда получается делать утренние страницы. Утренние страницы – это хорошо, когда... у вас, ну, достаточно свободный график, да, либо вы жаворонок, тогда да, окей, это подходит. С моей точки зрения, ничего страшного, если вы будете использовать и обеденные страницы, и вечерние страницы перед сном. Самое главное – выгрузка своего состояния, да, и во время выгрузки, что полезное, вы можете увидеть идеи, которые у вас давным-давно не дают вам покоя, именно творческие идеи, выцепить их и потом уже начать рассуждать, а что если, да? Вы увидели, что, допустим, ну какая-то ситуация повторяющаяся, и думаете, а что если мне ее реализовать в своем произведении? Напишу-ка я про эту историю. И кому страшно, есть же еще страх чистого листа, не будем его забывать. Вы можете с собой договориться так. Я напишу маленький синопсис. То есть, ну, просто вкратце, о чем это будет история. Окей, написали. Дальше. Я напишу расширенный синопсис, а пропишу-ка я вот здесь диалог. И таким образом потихонечку у вас будет складываться ваше произведение. Кроме того, я рекомендую обязательно читать разные. Про это тоже у нас будет отдельный слайд. Расскажу, что читаю я, что помогает мне. Все, друзья, из практического опыта. Читаем разные и ведем личный читательский дневник. Что значит личный читательский дневник? Я, например, делаю так, не только я, просто я рассказываю, исходя из собственного опыта. Читаю книгу, детскую, подростковую, неважно, и затем я анализирую, что эта книга для меня. Потом, так как вы авторы, вы можете проанализировать с позиции автора, что этому автору удалось,
Почему, интересно, эта книга завоевала, например, там, не знаю, первое, второе, третье место или вошло в шорт или в лонглист этой премии? Что в ней особенного? А как вы бы по-другому написали бы про этого героя? А как вы бы обыграли эту ситуацию? А с вашей точки зрения, вот этот персонаж, он правдоподобно поступает или неправдоподобно? И таким образом вы ведете личный читательский дневник, да, с разборкой произведения и одновременно делаете сами для себя обратную связь. Это очень-очень ценно, потому что в процессе вот такого чтения, рассуждения, особенно письменного рассуждения, можно, конечно, писать, печатать на компьютере, это кому как больше нравится. Психологи, конечно, рекомендуют писать все от руки, но это дело вкусовое. А вот в процессе вот такого чтения, рассуждения, поверьте мне, могут прийти такие просто мысли в голову фантастические, что как раз это рассуждение может стать ступенью к написанию вами отдельного, прекрасного просто произведения. Поэтому попробуйте. И еще вот на моем тренинге мы тоже, я показываю, как работать с метафорическими картами. Метафорические карты, я думаю, что многие слышали такое понятие. Если слышали, кстати, поставьте, может быть, плюсик. Да, или единичку мы ставим. Спасибо, Елена, вот слышала про метафорические карты. Если кто-то не слышал, поставьте, пожалуйста, двойку, я тогда расскажу. Если все слышали, то рассказывать не буду, останавливаться. Вот, пойду тогда дальше. Все ставят пока плюсики, единички. Все, друзья, тогда я не буду рассказывать, что такое метафорические карты, скажу лишь только, что если вы с ними не работали, то попробуйте просто поработать. Есть очень много техник, Мария не знает, тогда, Мария, просто посмотрите по поиску метафорические карты, вам наверняка куча-куча-куча выйдет разных картинок, и можно взять любую колоду, да, творческую, хоть от игры Imaginarium, как это делаем мы на нашем тренинге. У нас есть несколько метафорических карт, колод, которые я показываю, как работать, но в частности Imaginarium, есть такая игра. И можно взять, если у вас особенно какой-то затык в произведении, бывает такое, да, то есть вы пишете, 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 вроде как до себя заранее структуру даже набросали, но не идет произведение все тут, ну, то есть, ну, не делает герой то, что вы от него хотите, он просто не такой. И когда вы попадаете в затруднительную ситуацию, можно просто разложить для себя вот эти карты, да, то есть посмотреть по ассоциациям, и, возможно, вы натолкнетесь на решение. Вот, поэтому кто еще, друзья, с этим не сталкивался, с метафорическими картами, просто посмотрите, или не или, а и, приходите, пожалуйста, ко мне на мастер-класс, мы с вами вместе поиграем, посмотрите, как какая-то классная и действенная штука именно для написания, для вдохновения. Теперь я хотела еще вам рассказать про то, как мы читаем разные, и что конкретное можно почитать. Так как я читаю в основном премиальную литературу, премиум-сектор, это просто моя специальность, я читаю и не рассказываю. Вам, как авторам, которые пишут для детей подростков, очень рекомендую также читать произведения коллег, которые попали в лонг или шорт списки этих премий. Почему? Зачем? Потому что, разумеется, автор, когда пишет, он реализует себя, да, то есть для чего мы пишем, чуть попозже мы про это поговорим, но в том числе для того, чтобы нас с вами тоже читали. Конечно, нам этого хочется, чтобы вышла прекрасная книга, чтобы ее держали в руках как можно больше людей. Здесь, как говорят современные специалисты, нам нужны успешные кейсы. Успешные кейсы – это то, что мы видим с вами как раз в премиях. То есть если это произведение попало в лонг, хотя бы в лонг-лист, на него уже обратило внимание жюри, и оно, соответственно, имеет больше шансов на издание. Поэтому, во-первых, никогда не бойтесь отправлять рукописи в конкурсы в литературные, наоборот, нужно чем больше подаете, тем лучше. Только единственное, что внимательно, пожалуйста, изучайте требования к данным работам. Да, иногда просто ваше произведение может не попасть в формат. Оно может быть прекрасное совершенно, но не подходящее для книгуру, а, скажем, чудесно впишется в новую детскую книгу. Поэтому просто посмотрите по формату. И отчитывая произведение из лонг или хотя бы шорт-листа прочитайте. Ну, ладно, хотя бы уж произведение победителей, да, из каждой премии почитайте, посмотрите, какой запрос есть у кого, у издателей, да, у издателей. Если ваша цель издаваться, нам с вами нужно уметь понимать, что нужно издателю. Поэтому, пожалуйста, посмотрите, почитайте и сделайте вывод. Здесь я привела несколько премий,
на разные сегменты. Если, например, вас интересует литература для среднего школьного возраста, тогда это, конечно же, премия имени Михалкова, это Книгуру, это Крапивинская премия. Если вы работаете в жанре сказка, пожалуйста, сейчас появилась прекрасная премия, новая большая сказка имени Успенского, вам, значит, туда. Если вы работаете в жанре фэнтези, фантастика, young adult horror, то, пожалуйста, для вас новая детская книга. Кстати, в новой детской книге также есть истории для самых маленьких. Если вы пишете нон-фикшн детский, тогда это Настя Никита. Здесь аватарку не вставила, но я думаю, что конкурс очень известный, да, это издательство Настя Никита. Плюс в прошлом сезоне была такая премия, была такая номинация в премии «Просветитель». Это очень известная премия, очень котируемая премия, поэтому туда тоже можно попасть. Да и, в принципе, вот премия «Просветитель», она считается взрослой, да, но, тем не менее, я всегда ее рекомендую читать. Она полезна нам с вами, как для авторов, тем, что вы можете поднатаскать себя в каком-то вопросе. Например, вот вы работаете в жанре фантастика, и вам, или фэнтези, например, и вам нужно написать, описать мир с точки зрения, допустим, физики черных дыр. Но, к сожалению, это не ваш конек, ну вот совсем. То есть вы не специалист по черным дырам. Какие есть варианты? Конечно, можно проконсультироваться у специалистов, можно прогуглить, а можно прийти в премию «Просветитель» и посмотреть, что рекомендуется по данной теме. И в премию «Просветитель» попадают книги, которые реально интересно читать, увлекательно, где написано простым языком. И прочитав такую книгу, вы, по крайней мере, будете понимать, значит, как принципы построения чего-то, да, или, например, химию. Допустим, есть прекрасный детектив, да, где девочка-химик, и вы хотите сделать тоже своего персонажа химиком. А где взять знания, тоже, пожалуйста, можно обратить внимание на эту премию. Это не единственный источник, просто как подспорье, причем интересный, от которого можно получить реальное удовольствие читательское, я вам рекомендую. Или, скажем, вы работаете в жанре детектива, да, детского детектива. Пожалуйста, есть премия «Русский детектив», где есть номинация для детей, детский детектив. Почитайте, посмотрите, что, какие детективы сейчас там популярны. Вот я думаю, что с этим тоже понятно, какие книжки мы с вами читаем. И, конечно же, я рекомендую всегда читать книги для авторов. Это не пустой звук, они действительно, друзья, многое дают. Начиная от классики жанра Юргена Вольфа «Школа литературного мастерства», заканчивая книгами, ну, такими как, например, «Создание арки персонажа», да, Кэти Мэри Уэлд. Это относительно новая книжка, она вышла в 2020 году, насколько я помню, не в 2020, да. И в этой книге она не очень большая по объему, ну, не 100 страничек, но даже побольше, да. И эта книга рассказывает конкретно, как создавать арку персонажа. Что такое арка персонажа, все знают? Поставьте, пожалуйста, единичку, кто знает, и двойку, кто не знает. Ну, давайте я быстренько расскажу, чтобы нам не затягивать. Ага, да, кто-то знает. Давайте, расскажу тогда, друзья. Хорошо, поняла, вижу двоечки, все, сейчас рассказываю. Арка персонажа – это, значит, это такая конструкция литературная, да, которую мы с вами, как авторы, должны в своем произведении создать. То есть когда у вас есть изначальная точка, так, начальное положение героя. Ну, например, у нас с вами жил-был там мальчик, у которого там были родители там непонятно какие, там вообще потом от него отказались, вот, и, в общем, у него было в жизни все плохо. Потом у нас с вами будет наивысшая точка развития событий, когда, например, мальчика отправили в детдом, предположим, да, в детский дом, и там у него тоже все не очень хорошо. И конечная точка. Предположим, что у мальчика потом все завершилось прекрасно, совершенно чудесно, у него нашлись прекрасные приемные родители, и он стал совершенно любимым ребенком в семье. Вот это упрощенная арка персонажа. По обстоятельствам. Есть арки персонажа по развитию чувств. Например, сначала я был положительным персонажем, да, я была прекрасной Ольгой Алексеевой, да, потом я что-то в моей жизни случилось нехорошее, вот, и потом я стала злодейкой. И это будет отрицательная арка персонажа. То есть хорошо,
плохое какое-то событие, и стало все плохо. То есть есть положительные арки персонажа, когда от плохого к хорошему переход, есть отрицательные арки персонажа, когда от хорошего к плохому мы переходим, «Звездные войны» вспоминаем, да, с падением, со взлетами и падениями героев. Есть еще плоские арки персонажа, это, например, так называемые сериальные арки, когда нам персонаж просто интересен сам по себе, он как-то развивается, но особо ничего в его жизни не происходит. Так вот, эта книга, например, рассказывает только о том, как построить хорошо, прекрасную, чудесную арку персонажа, чтобы ваш читатель, вот его захватить на крючочек и не отпускать. Или, например, книга, последнюю об этой книге расскажу, не буду подробно останавливаться, все они на экране, потом посмотрите, почитайте. Или, например, книга вот в нижнем левом углу «Не проблема, а сюжет для книги». Да? В этой книге вообще автор взяла и свою жизнь превратила не то чтобы в сюжет для романа, да, а она в этой книге пишет о том, что любую отрицательную ситуацию, любую депрессивную ситуацию, да, как какие-то невзгоды в жизни можно превратить именно в роман. И в этой книге она рассказывает, как она это сделала. Она перешла там через много разных ситуаций сложных, и как она смогла стать популярным автором. Вот, пожалуйста, посмотрите, там в этой книге она дает и как она планирует произведение, как она переходит, как она структурирует. То есть все вот эти вот технические моменты писательского мастерства тоже здесь рассмотрены. Тоже книга издана в 2020 году. Ну вот, друзья, сейчас не буду подробно на этом останавливаться, да, потому что цель сегодняшнего вебинара – просто дать вам море информации, чтобы вы потом в этом море разобрались. И еще для тех, кто тоже хочет поглубже изучить, но «Пиши, сокращай» – это уже стало современной Библией, скажем так, всех тех, кто пишет. Мотивация для творческих людей, сейчас о ней побольше расскажу, потому что перейду к блоку о мотивации, зачем мы пишем. Про метафорические ассоциативные карты рекомендую почитать. Небольшая совсем книжка к тем, кто хочет поглубже войти в эту историю. И, конечно же, «Креативность» от Михая Csikszentmihalyi – это для тех, кто хочет понимать именно механику того, как нам приходит вдохновение и креативность. Честно скажу, книжка большая по объему, она где-то такая вот в объеме, но, знаете, она так интересно читается, поэтому если вы хотите именно поймать креативность за хвост, скажем так, то это вот прям для вас книга. Я надеюсь, что про «Читаем разное» стало понятно, да, то есть чем больше вы читаете, читаете разного, тем становится богаче ваш бэкграунд, и тем больше вы сможете привнести в свои произведения. Это правда. И дальше хочу вам показать известную такую вертушку. Эту вертушку я взяла как раз из книги о мотивации, «Мотивация для творческих людей». Кстати говоря, я ее горячо рекомендую, потому что когда у авторов... Так, Ирина пишет двойку. Ирина, может быть, вы напишите что-то непонятно или с чем вы, там, может быть, не согласны. В чате напишите, пожалуйста, а я тогда что-то проясню, если что-то непонятно. Хорошо? Что это за вертушка? Очень часто, когда у нас происходит с вами творческий спад, спад творческой активности, мы начинаем анализировать, почему не хочется писать, почему не хочется творить. Для того, чтобы разобраться, нужно понимать, а зачем мы, собственно, это делаем. Это так называемая наша с вами, друзья, мотивация. Мотивация бывает внутренняя, то есть приносит ли нам с вами радость сама работа. Мотивация внешняя. Получаем ли мы с вами достаточно вознаграждения от работы? Мотивация может быть личная. То есть почему для меня, как для автора, важно писать? То есть, может быть, для меня это и не важно. Я начала писать, потому что там Валя, Таня пишет, и я давай писать. Или почему? То есть найти именно свою внутреннюю опору. И социальная мотивация, влияние извне. Когда, например, ситуация распространенная, у вас было вдохновение, порыв, и вы создали какое-то произведение, да, и дальше у вас уже от вас аудитория, издатели ждут дальше, а вы, допустим, по какой-то причине не можете писать. Вот стопор, и все. С этим тоже нужно разбираться и понимать, почему это случилось. Какие вопросы можно себе позадавать, чтобы выйти из затруднительных ситуаций? Ну, во-первых, проанализировать. Даже, знаете, можно задать вопросы, можно даже их прописать. То есть взять бумагу, листок бумаги или там в Word открыть в любом редакторе. И прям вот можно так называемые утренние страницы на них написать, да?
свобода. Насколько для меня важна свобода в творчестве? То есть вы пишете о чем хотите или вы пишете всегда в рамках заказа? Если у вас вторая ситуация, то это нормальная ситуация, да, то есть писать в рамках заказа вполне, но иногда это может демотивировать. Что делать в такой ситуации? Начать параллельный проект и, например, по выходным писать для себя какую-то историю конкретно для себя, не для кого. Вот. Дальше. Вызов. Спросите сами себя, часто ли я бросаю самому себе вызов, потому что человек, он на самом деле без вызовов быть, не то что быть, а жить им очень сложно. Нам всегда нужно с кем-то соревноваться. И можете соревноваться либо в сообществе друг с другом, либо сами с собой. Допустим, а напишу ли я сегодня там, 5 страниц, да, или 5 листов? Ну, не авторских, конечно, речь идет, а хотя бы в А4 там, в Word. Или, например, там, а восьмочка ли я за такую вот проблемную тему? И вот такой вот вызов, да, он иногда может здорово подхлестнуть вас как автора. Дальше, третий момент. Ларис, вижу ваш комментарий, спасибо большое, мне очень приятно. Третий момент – обучение. Иногда вы заходите в ступор, и вам нужно просто вдохновение. Да? Вдохновение может прийти через обучение. И тогда нужно задать себе вопрос, а вот нужно ли мне сейчас чему-то новому поучиться? Поэзии, может быть, посмотреть, сходить на какой-то семинар поэтический или вебинар, да, или драматургии, или, может быть, сценарное мастерство, хотя вы до этого никогда ни разу с ним не сталкивались. Ну, а вдруг? Или, допустим, там сходите, как пишутся детективы, как пишутся хоррор-ужастики. Возможно, вы не будете дальше про это писать. Но когда вы выходите из зоны комфорта, это всегда является мотиватором для того, чтобы вы писали, может быть, даже немножко по-другому в своем жанре. Но хочу вас здесь предостеречь. Есть авторы, ну, вообще есть люди, которые очень любят учиться. Я тоже, я обожаю учиться, честно вам скажу. И здесь важно не попасть в капкан обучения, когда вы сами себе говорите, да, я буду писать, я это напишу. Вот сейчас я пройду только еще вот эти курсы, вот на тот семинар я еще схожу и прям точно буду рассылать по всем издательствам, начну активно развивать свои профили в соцсетях, вот точно все будет сейчас только после этих курсов. Нет, друзья, нет, вот прям сейчас. Курсы хорошо, пусть они идут в параллель, если они вам нужны, но развивать и делать нужно прямо сейчас. Вот. Дальше, цель. Конечно, это то, о чем я говорила про внутреннюю опору. Если по какой-то причине наступает ступор, вы честно себя спросите, зачем я пишу, что мне это дает? Если это дает только мучение, да, и вы думаете, ой, ну опять это писать, опять как я устал, как я устала, может быть, тогда не надо, но правда, займитесь чем-то другим. Если для вас это временный какой-то этап, потому что произошло выгорание, так бывает, да, тогда просто нужно взять паузу, и вы поймете, вернетесь вы к этому или нет. Если вы понимаете, что не вернетесь, что все, это был этап, себе так и скажите. Хорошо, там, допустим, это был этап, мне было на нем хорошо, комфортно, я добился того-то, 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 но сейчас я хочу идти дальше. И, например, там, я хочу просто иллюстрировать, я хочу просто читать, я хочу писать, например, совершенно в другом жанре. Все, это был этап, он закончен, я иду дальше. То есть разрешите себе двигаться дальше, а не стоять в этих рамках. Ну и, конечно, вдохновение еще зависит от того, какие люди нас с вами окружают. Да? Здесь вы тоже нужно самому себе честно ответить. Вот чтобы начать или продолжить писать, кто мне нужен? Мне никто не нужен, а только тишина и любимый кот. Мне нужно поддерживающее сообщество, да, то есть чтобы мы там, например, собирались вживую или там дистанционно, кому как больше нравится, и друг другу там читали, поддерживали друг друга. Или мне нужен куратор, который меня возьмет за ручку, или литагент, да, который мне будет говорить, там, Маша, а ты написала? Маша, у тебя вот 10-го был дедлайн, пожалуйста, первая глава где? Маша, ну почему ты вот не пишешь? Давай с тобой чаек попьем и так далее. То есть пожалуйста, честно себе ответьте на вопрос, кто вам нужен для того, чтобы писать. Вот. Это что касалось мотивации. Надеюсь, что это тоже было понятно. Если понятно и по этому блоку вопросов нет, то мы с вами движемся дальше. Я прям уже ускоряюсь, друзья. Теперь, что касается самых популярных сегодня литературных жанров произведений для детей и подростков. Я обозначила в программе топ-3 жанра, но нужно понимать, что для детей, дети – это традиционно
до 12 лет. А подростки – это, ну, условно, с 11 с 12 лет. Это все-таки будут разные жанры, да? Значит, что касается детей. Конечно, традиционно это сказка, да? Конечно, традиционно это приключенческая какая-то история. Она может быть в школе происходить, она может происходить в детском саду, но приключения очень нравятся детям. Возможно, здесь к сказке может примешиваться фэнтези, хотя сказка у детей превалирует. И некоторым детям нравятся загадки и детективные истории. Что касается подростков, то здесь ситуация следующая. На первом месте это фантастика, фэнтези, антиутопия, это просто хит. На втором месте роман отношения, на третьем месте хоррор, мистика. Причем посмотрите, пожалуйста, здесь я привела основные моменты, на которые нужно обратить внимание, если вы работаете в данном жанре. Время не позволяет мне останавливаться на каждом из них, но давайте я вот проговорю про фантастику, фэнтези, антиутопия. Вот если вы работаете в данном жанре, пожалуйста, проверьте себя, ну так вот чек-лист, да, делаете ли вы акцент на принципиально новой реальности, потому что понятно, что фантастики, фэнтези написано очень много до нас, да, с вами, и, конечно, цель переплюнуть Толкина или там столпов фэнтези мы с вами, или, допустим, ту же самую Джон Роулинг мы не ставим. Мы хотим создать принципиально новый. И, кстати, да, тут тоже еще есть такая ремарка. Когда автор подходит к созданию произведения, некоторые начинают мыслить немножко пессимистично. Они говорят, ну да, я сейчас, конечно, напишу, но я, конечно, не Роулинг, что я там сделаю? Друзья, ну, конечно, вы не Роулинг. Вы Маша Иванова, вы Петя Володин, неважно, как вас зовут. У вас другое, и вы напишите и создадите прекрасный мир свой. И кто знает, может быть, через год, через полгода, через 5 лет мы будем покупать ваши книги и вот стоять в очереди к вам с автографом. Потому что вы, именно вы, понимаете, вы не Роулинг. Еще раз, значит, тогда попробуйте, пожалуйста, создать реальность, новую, прекрасную реальность Маши Ивановой или Пети Володина. Также можно для себя переосмыслить фольклор. Это такая очень сейчас топовая тема, если вы посмотрите по книгам, то увидите, что многие авторы используют именно фольклор русский, славянский, как в более широком смысле, да, западных славян, может быть, даже африканский, почему нет, на современный лад. И это очень-очень хорошо подходит современным подросткам. И еще современным подросткам подходит, очень хорошо заходит, как сейчас говорят, глобальная проблема человечества. Экология, цифровизация. Подростки очень и очень активно на это реагируют. Поэтому, если действительно это тоже проблема волнует и вас, пишите про это, и аудитория будет вам очень-очень благодарна. Остальное вы видите на слайде. Более подробно я на этом, повторюсь, сейчас останавливаться не буду. Кто хочет, пожалуйста, приходите ко мне на мастер-класс, будем обо всем об этом говорить подробнее. И сейчас остается у меня немного времени, я хочу уже перейти к четвертому вопросу, это личный бренд автора. Все мы знаем с вами о том, что такое личный бренд, но я быстренько скороговоркой еще раз обозначу, проговорю. Это образ, который формируется у людей, когда они слышат ваше имя. Маша Иванова. О, Маша Иванова, это, например, у нас поэт. Маша Иванова – это крутой фантаст. Или кто? То есть, когда слышит вас, четко должна быть ассоциация. Какие характеристики личного бренда? Это репутация и ваша популярность. Здесь я привела, вы видите, пример писателей, у которых яркий и сильный личный бренд. А также отдельно я привела Андрея Жвалевского и Евгения Пастернак, потому что это уникальный случай, когда авторы работают вдвоем, и у них такой получился симбиоз, и очень-очень сильно. Поэтому, друзья, если кто-то из вас работает в паре с автором, то обратите, пожалуйста, внимание на то, как Андрей и Евгения выстраивают свой личный бренд. Какие же каналы вам нужны для того, чтобы продвигаться? Давайте рассмотрим. Это и личный сайт, и социальные сети, и публикации в отраслевых журналах на тематических сайтах, и ведение YouTube-канала. Под социальными сетями YouTube-канала сюда можно, естественно, добавлять и TikTok, сюда можно добавлять и Telegram-каналы, и подкасты сюда можно добавлять, в общем, все, что можно сюда придумать. А также участие в литературных конкурсах, конференциях и семинарах.
И, естественно, вот сейчас, повторюсь, после моего вебинара, дорогие авторы, вот прям сядьте и по чек-листу, что у меня с личным сайтом, есть он, нет у меня. Ничего страшного, если сейчас его нет, да, или многие говорят, а что я там буду писать, у меня пока еще ничего нет. Ну как нет, друзья, у вас есть тексты, найдите, пожалуйста, подружитесь с иллюстратором, который отрисует вам к тексту обложки, это не так дорого стоит. Можете сами попробовать нарисовать обложки. Это, конечно, будет, наверное, не совсем то же самое, что делает иллюстратор, но попробовать вы можете. Потому что когда просто выложен текст ВКонтакте, в паблике, это одно, да, когда у вас есть обложка, пусть даже отрисованная вами, неважно, уже совершенно по-другому воспринимается и смотрится. Так. И еще, что касается соцсетей, сразу хочу тоже предупредить, иногда, вот особенно после вдохновляющих вебинаров, автор говорит, все, я сейчас пойду регистрируюсь на всех площадках ВКонтакте, Инстаграм, до этого нигде не вел, сейчас все буду вести, точно. Действительно ведет, друзья, неделю ведет, молодец, а после этого забрасывается все. Пожалуйста, не надо. То есть, если это можно сделать, но, повторюсь, на таком вот боевом, да, я сейчас все сделаю, я молодец, а потом происходит не молодец, потому что происходит выгорание. Начинайте, пожалуйста, постепенно. Возьмите, выберите одну соцсеть, в которой вы будете работать, в которой вам комфортно. ВКонтакте, Инстаграм, что угодно. И в ней, пожалуйста, начинайте продвижение. Кстати говоря, я хочу вам показать сильные сайты, да, с точки зрения именно позиционирования личного бренда. Просто я их пролистаю, вы оцените. Вот перед вами сайт Татьяны Русита, совершенно прекрасный, который является и автором, и иллюстратором, и пишет, и иллюстрирует книги для маленьких детей. Вот, пожалуйста, сейчас переключаются. Вот, пожалуйста, сайт Евгения Гаглоева, который работает в жанре фэнтези. Да, у него сделан просто мир его Санкт-Петербурга и совершенно прекрасно. Кстати говоря, такого же плана есть сайт у Вадима Панова. Ну, чудесные сайты, то есть это явно видно, что сильный личный бренд. Или Надея Ясминска, прекрасная белорусская писательница, которая сама по себе всегда выглядит просто как фея, чудесная, прекрасная. Так еще и сайт у нее такой же, он простой, он очень стильный. Кто хочет посмотреть, зайдите, просто посмотрите ради интереса, как Надея выстраивает общение со своими читателями. Это потрясающе эффективно, поэтому просто вам рекомендую посмотреть. И что касается каналов продвижения, вот перед вами скриншот. Это источник Медиаскоп с статистикой января 2021 года. Какие соцсети популярны у аудитории 12-64 года? Посмотрите, пожалуйста, кто у нас на первом месте? Видели, да? YouTube. На втором месте что? ВКонтакте. На третьем месте Инстаграм. Facebook и Одноклассники здесь, в данном случае, в аутсайдерах, поэтому если вы хотите активно продвигаться и думаете, а какой бы канал продвижения мне выбрать своим топовым, то, пожалуйста, обратите внимание на эти три канала. YouTube, ВКонтакте и Instagram. Особенно я рекомендую YouTube тем, кто поэты. Дорогие поэты, читайте, пожалуйста, свои произведения. Садитесь перед камерой, с хорошим настроением, с выражением. Читайте, пожалуйста, свои стихи, выкладывайте на YouTube-канал, рассылайте ролики. Это реально работает. И, конечно же, в дополнение к YouTube подстегивайте, подключайте любую сеть ВКонтакте, Инстаграм, что вам более комфортно, ну или то и другое, если у вас хватает времени, рук, ног и всего остального. Так, дальше. Еще я хотела буквально вот, прям ускоряюсь, хочу вам предложить вот еще что. Конечно, не нужно забывать о самиздате. Да? Я уверена, что вы про него и не забываете, а те, кто еще не опубликован, то активно посматривайте в эту сторону. Есть авторы, которые говорят, да был я на Литресе, ничего там не происходит, у меня ничего не получается, книжки не продаются, в общем, все плохо. Да, это может быть так, но здесь, понимаете, как все плохо, потому что, наверное, вы, ну, сейчас скажу правду, она не понравится, вот, можете кидать в меня помидоры, которые у нас в виде двоечек, ну, кидайте, ладно. Друзья, надо работать, понимаете, как? Над своим продвижением надо работать, либо нанимать человека, который это будет делать за вас.
Вот и все. Если у вас есть ресурсы, нанимаем лид-агента. Если ресурсы нет, тогда вы сам себе лид-агент. Что касается MS-дата, если видите, что не читается, не продается, ну, поменяйте обложку. Перепишите аннотацию, пусть другими словами, по-другому. Закончите курсы копирайтинга, потому что иногда, ну, произведение интересно. Ну, как прочитаешь аннотацию? Ну, боже мой, ну, о чем это? Нет никакого желания читать, понимаете как? А аннотация – это же ваш, по сути, рекламный слоган, с помощью которого вы приглашаете своих читателей в свою книгу. Проверьте отзывы. Если отзывов вообще нет, да, или отзывы какие-то там не такие, ну, пожалуйста, подключитесь в какое-нибудь сообщество и скажите, там, допустим, Маш, почитай, пожалуйста, мою книгу, напиши отзыв, а я почитаю и напишу на твою. И соберите, пожалуйста, Машу, Пашу, Таню, Ваню и еще там желательно человек 10, подключите их, пожалуйста, тоже сами, дайте людям такую же обратную связь, и вам напишут отзывы, да, то есть честные отзывы, договоритесь, да, обработайте отрицательные отзывы, это тоже отзыв, попробуйте исправить что-то в своем произведении. Дальше, оцените, как выглядит ваш ознакомительный фрагмент и с точки зрения оформления, и с точки зрения, ну, самого, как вам сказать, вкусности, что ли, фрагмента, потому что иногда берут и просто дают несколько абзацев первых, они совершенно не затравочные, что называется, да, то есть, да, прочитал, но читать дальше нет, как бы сил, возможностей и желания. Еще помните, для кого вы пишете, да, то есть, кто покупает книгу, кто читает. Поэтому, если вы пишете для младшего сегмента, вам нужно еще и мамочку это увлечь, понимаете, как, чтобы мамочка ознакомилась с фрагментом и сказала, да, я хочу своему Витеньке такую купить. Поэтому, пожалуйста, ориентируйтесь еще и на маму. И, как ни странно, пятый совет – повысить цену. Да, потому что очень часто люди говорят, сколько это стоит, 10 рублей? Ерунда, наверное, какая-нибудь. Поставьте побольше цену, ну, поэкспериментируйте, не пойдет, откатитесь обратно. И побольше игры вот в продвижении, да, то есть не работает одно, подключайте другое. Не получилось работать со столичными крупными издательствами, идите в региональные издательства, идите в сам издат. То есть чем больше вас везде, тем лучше. Так. Юлия пишет, детские тоже можно литрести? Я думаю, только для взрослых. Юлия, конечно, можно, да, и даже проводится премия «Электронная буква», да, там есть отдельная номинация для детей и подростков, обратите, пожалуйста, на нее внимание. Кстати, я там о ней не сказала, но я тоже ее читаю, и с этими авторами я тоже списываюсь, то есть я с удовольствием тоже таким людям пишу комментарии, очень даже работает реально. Так. Подхожу уже к концу, друзья, осталось два слайда. Все, я успеваю. Значит, смотрите, при развитии соцсетей, вообще любое продвижение, обязательно должен быть контент-план. Я знаю, что все творческие люди, что есть хаотики, еще кто-то. Но, друзья, вот опять-таки покидайте меня двойками и составляйте контент-план. Это работает. Что должно быть, ну, прям не то, что должно быть, да, что можно порекомендовать авторам включать в свой контент-план. Включайте тематические подборки книг и свою включите книжку на эту тему, почему нет. Публикуйте цепляющие цитаты и отрывки. И своих книг тоже, а почему нет? Потому что да. И иллюстрации книги. Попробуйте подружиться с иллюстраторами. Их так много, ведь молодые иллюстраторы, им тоже нужно раскручиваться, понимаете, как им тоже нужно внимание. Найдите таких иллюстраторов, которые, возможно, сейчас малоизвестны. Ну вот посотрудничайте с ними, попробуйте сделать совместный проект. Обязательно публикуйте новости о себе как об авторе. Почему? Потому что это поднимает ваш статус, вашу репутацию. Кому-то кажется, ой, мне нечего писать. Я вас уверяю, что людям очень нравится смотреть за, наблюдать за чужой жизнью. Даже то, что вы напишете, сегодня я 3 часа работала над этим диалогом, это будет супер новость, вот честно. Дальше. Печатайте отзывы о любимых произведениях. Для чего это нужно? Для того, чтобы люди, скажем так, сделали калибровку с вами по интересам, да, чтобы вы нашли именно свою аудиторию, потому что мы то, что мы читаем. Проводите викторины, конкурсы, акции со своими книжками, да, то есть можете сделать сет, допустим, 2 известных каких-то книжки, да, или 1 известную книжку, плюс свою книжку еще в подарок сделайте, там, за репост или еще как-то, ну, то есть много очень механик, я на них останавливаться сейчас не буду. Ну, конечно же, сделайте рубрику «Вопросы подписчикам». Мне говорят, ну, а если у меня мало подписчиков или у меня нет вопросов,
Что тогда, мне их придумывать или обманывать? Нет, друзья, я против обмана категорически. Как можно выйти из этой ситуации? Можно сказать так. Вот, например, там я у известного писателя, там, например, ну, опять-таки, Маши Ивановой, увидела, что автор задает такие вопросы. Я тоже хочу присниться к этой акции и ответить на эти вопросы. И дальше отвечайте на вопросы. Вы никого не обманываете, на вопросы вы тоже ответили. Так, ну и, друзья, заключительный мой слайд. Татьяна, я вложилась в тайминг. Значит, смотрите. Ну, во-первых, я хочу вам пожелать вдохновения, продуктивной работы. И после нашего вебинара я вас прям призываю, очень прошу, сядьте и прям по полкам разложите то, что вы сегодня узнали. И начинайте, друзья, работать. Начинайте, все, просыпайтесь, весна пришла. Вас ждут ваши читатели прекрасные совершенно. Они ждут ваши книги, ваши потрясающие истории и ваши миры. И я тоже жду. Поэтому, пожалуйста, фиксируйте все идеи, не позволяйте никакой идее растеряться. Ведите дневник писателя-читателя, читайте разное, чтобы у вас был богатый бэкграунд, посещайте тематические мероприятия, и мои мероприятия по мастер-классам, и мероприятия великолепной Директ-Академии, которую нас пригласили сегодня, мы у них сегодня в гостях, спасибо огромное. И, конечно же, присоединяйтесь к поддерживающему сообществу, это может быть онлайновое или офлайновое сообщество. У нас есть, кстати говоря, полезная рассылка для авторов. Кто хочет ее получать, пожалуйста, напишите на почту info@retchildren.ru, и тогда мы вас в эту рассылку включим. Ну и, в принципе, если вы захотите участвовать или записаться на семинар, да, про который я говорила, который у нас будет в мае месяце, в середине мая, после майских праздников, тоже можете мне написать, и я тогда вас проконсультирую, как можно присоединиться, ну и так далее. Вот, если есть какие-то вопросы, и Татьяна нам разрешает на них ответить, если у меня есть какое-то еще время, я готова. Если вопросов нет, тогда я готова заканчивать. Спасибо большое. Спасибо, друзья. Вижу. Да, ваши благодарности. Вопросов не вижу. Так, ну, надеюсь, что все было понятно. И я вас вдохновила. Это был главный посыл моего сегодняшнего вебинара. Спасибо. Так, ну что? А поставьте, пожалуйста, единички, друзья, сейчас, знаете, такое. Поставьте, пожалуйста, единички, кто после этого вебинара побежит и будет делать то, что я сказала. Вот поставьте, пожалуйста, кто будет. Ну, только честно. Так, а я буду записывать. Наталью записала. Светлану записала. Юлию записала. Так, все, друзья, в общем, я тогда буду вам писать и спрашивать, сделали вы или не сделали. Все, замечательно. Всем вдохновения. Спасибо огромное, Татьяна. Тогда я думаю, что нам сейчас скажет, что делать. Спасибо огромное. Ой, цветы даже мне, как приятно, боже мой. Спасибо. Хорошо. Благодарю. Ну все, тогда будем прощаться, друзья. Всего хорошего и пока.